Проверка длилась несколько дней. Чиновники выбрали те маршруты, на которые жаловались пассажиры общественного транспорта. Остановки «Шестой комплекс», «Челны-Горстрой», проспекты «Чулман» и «Московский». Власть оценила интервал движения автобусов. Мы были на проспекте «Чулман». Это был второй день подряд. Мы проверяли 42-43 маршрут. Мы видим в вечернее время интервальность от 20 до 30 минут. Мы видим, что на улицах нет пассажиров, а если есть стоящие на остановке, они ждут вахту, потому что есть предприятия, которые работают в три смены. На Московском проспекте проверка была в 21:30. По словам Ильи Зуева, автобусы в это время курсировали. Например, маршрут под номером 9, и пассажиры были. Не один и не два человека, как на Чулмане, пошутил чиновник. Но некоторые челнинцы посчитали проверку недостоверной. Есть комментарии с высказыванием, что это неправда. И что это показуха, что автобусов на самом деле есть, их нет, но вы показываете, что они есть. Для всех желающих принять участие в таком вечернем выезде, пожалуйста, у нас есть контакты. Оставляйте свои сообщения, оставляйте свой контакт, мы вас пригласим. Чиновники пообещали составить компанию, поехать на те маршруты, которые укажут пассажиры общественного транспорта. В исполкоме заявили, что проверки будут ежедневными. Так, сегодня и завтра чиновники планируют провести проверку интервала движения больших автобусов под номером 26. Альмира Гайнудинова, Кирилл Хабзей, Айдар Мусин. Новости Челны ТВ.